Мистер Алишрак. Через ворота. Можно... Ага. That's really nice. Можно в терпилу пойти. Чувак удивляется, лобак. А что лобак? Обычный. А какой? Необычный? Типа нашел Боротайм все, да? Ну да, ну да. Пошел я нахер. Считай победа. Это ни о чем не говорит. А, у нас тут рики. Я понял. Все понятненько. У нас тут мистер Рики. Тут главное, чтобы под дуэлись, под вендетту, под пульснову выпало еще дополнительное что-то. Чтобы чисто закопаться и сидеть в ФК. Конечно, это не означает, что ты выиграешь, но... Просто максимально засейвиться, снизить урон. Только лишь в этом смысл, в этом расчет. Понятно, что ты этим переиграть, может, и не переиграешь, но тем не менее. Собираешь, и если у тебя есть возможность, то ты переиграешь по-любому. Иногда даже и возможности нет переиграть. Но в любом случае проблематично пробивать героя, у которого есть снижение урона. Уже 30, 20 и 10. 60%. Самое интересное, что это не отключить. Еще 20-25%. Ну, пока что тут не выиграть. Тут, в принципе, логично. Убивают. А, ну да, правильно, зачем пить юнит давать? Пошел ты в жопу, да? Нормально. Играем. Не заслужил пить юнит. Опа, магус и коса. Вкусненько. Блять, я негр магуса нашел, пиздец. Что-то все гении какие-то. Как выигрывать? Сейчас Рик еще Giant Strike возьмет. Что он будет говорить, интересно. А как ты так застанил? Ты же вроде... Что это за... Ну ладно, окей. А, прикольно. Но нет. Нет шанса найти. Может быть и есть, но что-то я сомневаюсь. Или попробовать. К сожалению, у меня большие сомнения, что мне выпадет все-таки под квилл спрей.
Большие сомнения. Как он проиграл? Не знаю, ладно. Джайант Страйк он взял, а выиграть не взял. Ну ладно. Норм, нифига себе, там урон залетел. Видимо, Twin Strike сработал сильно. Ну, тут опять же тоже неприятно, потому что Ascent Shift. Для универсала. У него прирост и слабый, но Ascent Shift это сильно. Ascent Shift это сильно. Блин, тут обратки пока нет, мне нечем его убивать, к сожалению. Зато есть Вендетта, чистый дэмэдж. Черт его знает. Какое место занимал в прошлом сезоне? Чего? Оп, какой брал его? Выбрал. Кого выбрал? Топ брал. Я топ не брал. Астрахань брал, топ не брал. Рекорд по волнам брал. Топ 3 сейчас. Топ по рейтингу в прошлом сезоне топ 50. Опять он Чер Смэш. Это из-за того, что Тайдхантер тут или что? Что за брит? К сожалению, пока нет. Пассивочки. Хотя ее не должно быть по факту, да? С какого перепуга она будет? Закапываемся и машем. Ой, откапываемся. Портунюсь. А я уже хотел откапываться и машем, и махать. Но вот после этой волны можно закапываться и махать. Всем здорово называется. Нужно ветра для перемещения. Еще шарт для Мунглая. Но опять же Рики пробьет 100%. Если спину найти, то Рики в спину не пробьет. Но спины пока нет. Всего лишь 60% снижения урона маловато. И, к сожалению, не хватит. Рики все равно шотнет. Ну, не шотнет, но... Бобо сделает. Вот если найти спинку, да. Там уже будет соточка. Соточка. Ровно соточка. Как бы если включить это, то будет... 85 получается. 30, 20... 10, 60... И еще 25. 85. Если включить это, он у меня ударит тригу за трейд, он меня все равно убьет. Но если будет до хрена дэмэджа. Здорово. Здорово. О, старички-боровички. Боро там есть, можно и поесть. А за счет этого... За счет берсеркера неплохо отхиливается. Но зачем ему Ascent Shift, это вопрос. Просто по фану, да? Типа, о, Ascent Shift, как вкусно, я хочу Ascent Shift, можно мне?
Почему, почему бы и да, как говорится? Тактика работает. О, еще тактика. Я помню, как-то через кукловода играл. Кукловод и что-то еще было. Ай, там ли стрелик? И что в итоге? Ты просто кидаешь на этого, на лондроида, у которого медведь. И оно длится 10 секунд где-то. Именно курза. А на виверне так там вообще в неделю, наверное. Секунд 20, наверное. Как-то мы играли через эту фигню. Даже с Магусом, помню, было. Вот это было жестко, вот это серьезно, вот это жестко. Это прям рели жестко. Может, я не зря что не успел поставить. Потому что его сейчас убьют. Кусь-кусь-кусь, сгрызли. Эх, беда. Кстати, у него... Чё там? Mortal Strike, я понял. Ну вот сейчас Bulky Band имеет смысл, например, для Master Up and War, потому что он увеличивает ХП. Не сильно, но увеличивает. Да, вот мне как раз нужен талант, пульс снова ускоряет передвижение. Сколько? 10%. Да, я буду бегать. Долго и нудно. Получается, что под включенный пульс снова у меня снижается урон на 20%. Потому что мне кажется, что если отключить пульс снова, то урон не будет снижаться на 20%. Я, конечно, не знаю, как это работает, но тут написано, пульс снова снижает. Именно конкретно пульс снова снижает. Поэтому логично, что под включенный пульс новый. Нет, не беги на него, ты сейчас сдохнешь. Нет. Какая-то игра такая странная. Он реально видно, что он не умеет контролить. Это называется микроконтроль, уровень бог. Уровень бог. Да, именно бог. Бокал, бока заплывшие. Лишний вес нужно скидывать. Резко и быстро. И Васик... как раз откисает. Аганим припрятал. Он припрятал аганим. У него не было аганима. Он такой, моя дверь, ну сейчас, подождите, мне тут припрятанный аганим, я сейчас возьму. И вы такие, да, ничего не видели. Не, ну он не перекладывает. Главное, чтобы этот не нашел. Он еще и пульс нового нашел. Ой, супер новый. А как это переигрывать? Разгоняться по скорости атаки, получается. Чтобы разбить супер нового. Получается, нужно разгоняться по скорости атаки. Ну, чисто кусь за попку. Народ, не забывайте поддерживать стримера.
что некоторые забывают. Акробатика как работает? Ну, она должна... Получается, смотри, вот если учитывать, что есть дальники в игре, да, она должна эвейдить дальние тычки, в теории. Вроде как. Кто-то мне говорил. И она может заэвейдить способность. У меня недавно была игра, я заэвейдил... Как недавно? Довольно-таки давно, кстати, была игра. Я не помню, когда конкретно, но я тестировал акробатику, и чел на наге кинул сетку в меня, и я заэвейдил сетку наги. Каким образом, не знаю. Значит, акробатика, получается, эвейдит летящие способности. Может, не все, конечно, но эвейдит. Можно увернуться от способности. МКБшка тут ни при чем. МКБшка дает попадание в обычное уклонение. Не в универсальное, а в обычное. А акробатика это другое. Акробатика, к сожалению, это немножко другое. Опа. Прикольно. Тут скорость так есть. Плюс гирокоптер, вампирик, контроль, дуэлист. Ой, блин. Кто еще не поддерживал донатиком стримера, поддержите донатиком на днюшку. Поддержите Димасика. Блин, кто же выиграет? Тут без понятия, к сожалению, кто там выиграет. Хотя есть, конечно, мысль о том, что у него есть шансы небольшие, но... А, да, серьезно. Прикол. Еще и торрентом попал. Гений. У Рики точно как раз и ник подходит. Не бегай, да? Эй, ты! Ты бежишь, да? Сейчас я тебя остановлю. Кусь, да? Ваншот. Пока у него урона нет, к сожалению. Зато есть агонимная тычка от Флаг Кэнона. Автоматическая турель. Она, кстати, не работает, трико за трейд. Если ты нажимаешь, уходишь трико за трейд, она не бьет. Ну, то есть не бьет все цели. Зачем мне победа? Я тут при чем? Я здесь не за победой. Я здесь ради контента. По крайней мере, если найдем этот пассивку Бристлбека, будет прекрасно. Если нет, говорится, ну на нет и сюда нет. Значит, не сегодня, в следующий раз. Ха! Тебя пробили? Серьезно? Грусть. Ну ладно. Значит, тут бешеный медведь. Получается. Хотя, судя по урону, как бы особо нет. Ну ладно. Получается, что он пока слабоват.
Не, ну, стакалась бы у него броня за 4 гена. Было бы вкусненько. Нормально там дальность атаки. А, ну тут бы дисбумстик. Да да ладно, шарт не берет, кстати, под фервер. Странно, вот это вот странно. Для его билда идеально шарт, просто для фервера все, уже... Уже присутствует сплэш. Быстрый деф. Здорово, что делать? Что делать, Семен Семенович? Да, понятие простить. Ого. Муравью можно, да, это Бурунов говорил. Можно, можно. У нас на работе мужики говорили... Обезьянки хай приделать. Не муравью, а обезьянки. Выиграть? Да, зачем оно надо? Кому нужна победа? Кому нынче нужна победа? Этот гад стакал сэндшифт. Гад. Гад. Не, выиграть-то понятно, выиграть можно. Выигрывать нужно. Но мне особо победа не нужна. Я уже миллиард раз выигрывал, миллиард раз проигрывал. Вот записать хороший контент, вот это больше нравится. Это меня больше импонирует. Тут, конечно, вот эти варды, вот эти вот, да, вот эти варды под булкибендом, я их никогда в жизни не разобью. Никогда. Нормально. А что случилось? Ноль урона, что случилось, блин? Да клишрак. Пучка. Дуэлист. 60% снижения урона. А 60% это откуда? Ну посмотри откуда, посчитай. Плюс если еще учитывать Мунглейвы при активации еще 25. 85%. Жестко. Это чисто тактика, хилимся, живем. Так, наверное, надо взять все-таки интерпелес, потому что нам нужно КД. Нам 100% нужно КД, это как бы всем известный факт. Когда у тебя присутствует КД, ты можешь чаще летать, чаще нажимать кнопки определенного рода. Кто же здесь выиграет?
Ну, у него куча контроля, сейва. Пеньки такие, подожди, друг, сейчас мы дойдем, блин. И не пробивают. Все, пробития нет. Все, это нормально, все. Контент пошел, называется, нормально. Чувак хорошо сыграл, идеально. Хекс кинул. Пеньки такие, блин, сейчас, подожди. В итоге урона 0. Тут просто бам-бам, две косы на лицо и все. Красава. И вот вам магус и коса. 800 регена, хрен пробьешь. Я же говорю, что если вот под эту страту, под этот реген, взять остальные мышцы, против физика, любое замедление, любой подсейв, хороший, да, более-менее адекватный, подходящий, и все, ты его не пробьешь. Физика, ты его не пробьешь. Всегда 26-й? Да я ж откуда знаю. Я не знаю, почему тебе так везет. А чувак варды не взял. А варды не? Здорово. Тут хочешь подраться, да, в кучке, а чувак просто варды не берет. А зачем? Нет, кто-то 27 лайк поставил. Не знаю, может, ты обманываешь? У меня 27 лайков стоит. Что-то Рики вышел. О, 8888 золота. Гениально. Хорошее совпадение. Мне нравится. Мне надо, кстати, разгоняться по скорости атаки, потому что... Кстати, а шлемы тирана, они же стакаются? Нет. Серьезно? Нет. А что, они должны стакаться? Конечно, нет. Тут нужно каким-то способом разбить суперновую. Как ее разбить? Смысла целую кучу шлемов покупать нет, да? Нет. А что на призывал обычно покупают? Шиву, кирасу. Владимир. Владимир дает возможность отхилиться твоему медведю и увеличить урон. Потому что сейчас Владимир не встроен в этот, в корону. Никак. Убрали. Раньше он, Владимир, собирался в корону, сейчас нет. Спасибо, спасибо. Там, кстати, он как бы немного дает, но тем не менее и броню дает, и вампиризм, и 18% урона. Не то чтобы имба, но это имеет смысл. Фига себе! А-а-а, ясненько. Нормально. Хороший урон. Значит, ты как раз заходишь в тот момент, когда вот остальные поставили, а ты... Ну, тут чисто совпадение, то, что 26-й. Реально, чисто совпадение. Чисто воды совпадение. По-другому никак. Просто совпадение. К сожалению, пассивки Бреста нет пока. Блейд Фьюри! Ну, конечно, спину еще, а что же еще?
132 стака косы. А, спину удалили. Я думаю, что у меня на черт смеш падает, блин, 10 раз подряд. А это потому, что спину удалили. Я понял, как говорится, а ты на спину мою посмотри. Чувак говорит, я буду дыхать вечно. Я, конечно, понимаю, что под эту страту под Quill Spray. Но опять же, да, вот если, например, учитывать, что ты против какого-то определенного героя играешь, то тут нужно разогнаться по скорости атаки, чтобы успеть разбить суперного, потому что в теории я его не пробью. Мне что-то подсказывает, что я его не пробью. А он начнет по мне стакать косу, и это нужно лотус хотя бы, да, с определением магии. Можно, конечно, контрмагию, но она сама не зарешает. Что реген не пробьет. Когда удалили спину? Да вот вчера. Я не то нажал, как обычно. Тут увеличился. Такой нашел Giant Ring. Такой, сейчас я стану большим. Чувак говорит, я буду вечно дефать. И где же вечно? Что-то незаметно пока. Сейчас он статов подкопит. Бля, арену въебало дали. Блин, это, конечно, да, арену въебало, это мощно. Чат был бы как у Стрея, а что там у Стрея творится? Давай, ГЛ, тебе тоже. А у Стрея прям гача донатов, да? А что же все-таки нужно делать для гачи донатов? Может, мне расскажешь, что нужно делать для гачи донатов? Или там гачи донатов каждый час по 10 рублей? Или по 100? Если каждый час в течение там 6 часов по 100 рублей, это неинтересно. Если в течение там 3-4 часов каждый час или каждые там 20 минут по 5000, тогда ладно, согласен. Я тоже так хочу. Следующее создам, если будет немножечко донатов. А то что в последнее время донатов вообще нет. Вчера немножко поддержали меня, да? На день рождения, как говорится, да, подарочек. Сегодня что-то вообще ничего абсолютно. Нули. И это грустно. И в честь этого повода как-то не хочется создавать лобби абсолютно. А, там минимум донат 200 рублей, я понял. А кому нужен большой мозг? Мне кажется, если бы ты продолжал бить, ты бы его просто перебил. Тю? А ты куда? А ты куда испарился, друг? Нормально, он просто испарился. Что произошло? Я ничего не делал, я просто нажал обратку, он испарился. Обидно. Бедный Лишрак. Это отвратительно. Я думал, я сейчас его не пробью, тут включаю обратку, он испаряется. Нормально, хорошая игра. И просто изи, я ничего не делал, по факту.
тебя лишь канал какой-то есть? Канал есть, мы на стриме. Ставим лайки. Много зрителей? Да не. Пока 21. Всем привет. Бля, я думал через косу вот эту и Магуса билд, это самый сильный билд ever вообще. Ну не самый сильный, но неплохо. Туда моношилд какой-нибудь, а то имба. Да. А расскажи вообще, какие самые сильные билды? Какие самые сильные билды? Да я не знаю. Ну, этот Сайленсер сильный, ОД сильный, Рики через Джан сильный. А что там еще? Тут можно собирать все, что хочешь. Медведь сильный, если его разогнать. На несколько дольше. Че? А ОД за счет чего сильный? ОД за счет арбов. Арбы. Чистый дэмэдж. Я как-то дефал 740 волн на ОД. Сейчас продефал последний раз вот 430. Типа, ну ладно, как-то так. Не, Стрей я знаю, канал Стрей я знаю, да, там у него... Не то, что много подписчиков, но для Доты пойдет. Я Стрей не смотрю, просто мне не нравится. Не нравится его поведение, не нравится его политика. А так вообще я знаю. На риски не смотрел, я просто завидел, что есть Стрей, он вечно орёт. Вечно лицо свое добавляют в эти, в как его, ревьюшки постоянно. То, что он творит на стриме, мне не нравится, я не люблю такое. Чисто рофл. Рофлить у нас, с одной стороны, кажется, прикольно, но я не люблю. Спасибо за поддержку, кто там? Кто прислал донатик, спасибо за поддержку. На несколько дошиков. Чувак с ником Никита. Че, будем искать спину? Главное не прогавить ее. А то есть... Есть все таки... Ну хотя надо бы, конечно, еще этот... О, можно этот взять. Вот и что теперь менять? То, что у меня есть два подсейва, банально хорошие, подходящие. Тут только крутилка попробовать поменять. Не, от него как бы по факту смысла никакого, можно сказать. Можно дисперсию, конечно, найти. Тоже вариантик. Ой, как говорится, коса упала на голову. Точнее, три косы, наверное. На чем зарабатывает? Что ты имеешь в виду? Он на этом зарабатывает. На чем на этом? Спина! Ку-ку! Сейчас спина на рандоме упадет. Спина Габена. Бору там не работает. Давайте все аудитории поищем спину Бристлбека. Резко и быстро. А в чем прикол твоих колючек, кстати? Да пока ни в чем. Блять, кринж ворды не купил. А, серьезно? Нормально. Хорош.
спину Бреста удалили. Есть только... Есть только Габенский. Габенский что? Хэ, да? Габенский хэ. Что-то жрать охота. Давайте, наверное, следующую сейчас создам. Лобак. И хватит. Ребятки, поддерживаем стримера. У кого есть деньги, поддержите стримера. У стримера скоро днюха. Я, конечно, не заставляю никого донатить, я просто так чисто по-братски. Поддержите стримера, чтобы поднять настроение. Пина! Не выпадает. Телепорт не работает. Телепортация не работает. Увы, не работает. Дошек покупай. Да там не 40 дошиков лежит. По крайней мере, несколько дошиков лежит, и пока как-то не особо горит желанием. В последнее время вообще не хочу дошки есть. Они только желудок портят, и ничего вкусного у них нет. Что, хочешь на ДР? Да мне много чего надо. Денег нет. Я бы на самом деле и ноутбук бы свой поменял. Но на ноутбук нужно до хрена денег. Минимум хотя бы 1080, наверное. В принципе, этот можно продать, там 1000 за 60, наверное, да, за 55, даже за 60 тысяч, за 70 максимум. Ну, за 70 только, конечно, загнул, возможно. 60, наверное, так чисто. Блин, ничего нет, это ужасно. Это отвратительно. Почему он так испаряется, объясните мне. Он просто испаряется. У него дикий реген, но он испаряется. Не помогает реген. Опять дабл эйдж. Спина, ку-ку. Кто-то говорил, что если ты находишь способность определенного героя, то у тебя есть шанс найти его же способность. С большой вероятностью. И что в итоге? Ничего нет пока. К сожалению. Удачи. 5 крутилка. Насколько волн? Не, я здесь не буду дефать. Я сейчас доигрываю все. Да смысл тут сидеть? Зачем? Баш! Спасибо. За баш спасибо. Да еб твою мать, где? Нет, просто нет. Увы. Что, у меня кнопка не жмется? Че он не жмется? Фига себе, у меня раз... А что произошло? А че я испарился? А, 3D отдался? Ладно, сильно. Да как будто бы это сильно. Урона много, и крытый как раз на идею подходит. Чё-то чел меня просто расчленил. Нормально. Но вот здесь как раз видно, что не хватает. Не хватает спины Бристлбека. Сильно не хватает. Прям сильно не хватает. Че орешь, не ори. А ты в ули подсъебался, да? А, что? В ули подсъебался в другое место, да? Ну да, через Иул. Бля, я вот этого не видел, кстати.
сходить, может, на Мишку Гем купить. А Мишка Гем можно сожрать? Не знаю, вроде да. К сожалению, спина Бристлбека не найдена. О, можно. Лагать не надо. Алло, Дота. Что ты пишешь? А что ты умер? 25 тысяч урона, нормально. Да вот как-то не бьется. Как ты поставил? Да не, никак, просто вот так берешь, перетаскиваешь, и все. И он там. Ну, его, чтобы он там остался? А, что ты говоришь? Пачки нормально доходят? Пачки? Да нормально. Кстати, я сдох на Мишке, я бы не пропал, когда я сожрал. Золотой буст купил? Сильно. Мистер Жир. О, уже проблематично. Мистер Жир. А зачем мне диаболики, объясни? Какой смысл? Ради чего? Ради того, чтобы его переиграть диаболиками? Блять, неинтересно. Интересно собрать вот это. Когда ты находишь дисперсию, когда ты находишь себе возможность снизить урон настолько, что просто он тебя еле пробивает. Вот. Смысл моих роликов, смысл того, что я здесь сижу, стримлю, да, и записываю вот это. А тупо... Включать диаболики, какой смысл, ради чего? А ты чё, АФК что ли? Алло. Да блядь, я пытаюсь... Погоди, секундочку. Что там? Что ты пытался? У меня квикасты. И у меня не кидается. На кнопке нет бинда на самом последнем. Я вообще не понимаю, что он... Ну ладно. Ладно, ГГ. Йонакс. GG. Здорово.